Так, я в прямом эфире в Инстаграме на тему Михаила Радуги. Меня действительно поразила эта новость, которая просто промелькнула в ленте ВКонтакте. Мои глаза за это зацепились. Знакомая фамилия Радуга, осознанное сновидение. Что-то мелькнуло в моем сознании, я стала читать. И оказалось, что человек в 2023 году решил себе самостоятельно произвести трепанацию черепа, потеряв при этом литр крови, чуть не распрощался с жизнью ради своего исследования. Я, так как человек, занимающийся матрицей постоянно, ежедневно, очень сильно цепляюсь за такие яркие проявления для того, чтобы подтвердить те или иные события в матрице, для того, чтобы этот опыт использовать в дальнейшем для своих клиентов. Я, естественно, залезла посмотреть, когда родился Михаил Радуга. И ну, у меня было озарение, потому что мои подозрения насчет того, что это человек-лидер, родился 1 числа, совпали. Ну, то есть просто мои ожидания совпали. И получается, что давайте я сейчас расскажу, почему это произошло и как. Что такое матрица, да? Это определенные энергии, которые управляют человеком в этой жизни, определенные уроки, личности, собственные, так и родовые, кармические задачи, так и родовые задачи. Вот, то есть я просто-напросто хлопала ушами, хлопала ладонями, всем, чем могла хлопать от того, что находила взаимосвязь. Итак, я читаю биографию Михаила Радуги. Для того, чтобы вы понимали, что это официальный источник, и я не придумала это. Михаил Радуга родился 1 июля 1983 года в Новосибирском академгородке. Вот это уже интересно, потому что человек родился уже в научной атмосфере. С 2004 года проживает в Москве. Однажды в 15 лет, 15 непростой возраст для каждого человека, 15 лет аркан дьявола, то есть здесь могут действительно какие-то происходить события за гранью возможного. 15 лет — это такой непростой возраст, когда ты познаешь мир, тебя искушают, ты искушаешь, ты, в общем, исследуешь это все. Многообразие жизни, да, то есть ты на распутье стоишь, 15 лет — это распутье. И вот, проснулся среди ночи в состоянии паралича, то есть тело паралич, после чего на фоне внетелесных ощущений, прошу внимания, потом буду разбирать эту тему, возник непроизвольный вылет в окно. Сначала Михаил Радуга, как поклонник, видите, он уже был поклонник, всего непознанного принял произошедшее за похищение. Представляете, человек сделал вывод, внетелесными цивилизациями. Но когда ситуация начала повторяться, то есть это был не единый случай, понял, что это явление нового характера. То есть он сделал вывод, что это что-то другое. Стал самостоятельно проводить множество опытов самостоятельно и экспериментов для овладения и управления этим состоянием, которое назвал фазой. Чтобы уберечься от стереотипов других, дискредитированных терминов. В конечном итоге пришел к прагматичному выводу, что фаза — это необычное состояние мозга, то есть научный вывод сделал, да, которое можно применять в разнообразных прикладных направлениях. И уже к 2003 году самостоятельно активная практика привела к познанию новых, нигде не описанных знаний. Была разработана психопрактика АЕНГ, которая подразумевает прагматичное прикладное использование феномена. Прагматичное, да? Прикладное. Да, привет, Слава. Вот. И что дальше? Сам Михаил Радуга отказался от эзотерических и паранормальных взглядов на явления и стал абсолютным прагматиком, ориентирующимся на трезвые и научные подходы. То есть он зашел на территорию эзотерики, да, которая по-другому, под другим углом и не рассматривалась, и решила сказать, что вот я теперь посмотрю на эту тему с прагматичным взглядом научной теории. И дальше, что мы видим? В 2004 году была дописана и издана первая книга «Вне тела», которая впоследствии множество раз переиздавалась в России, то есть последователи, да, уже вокруг него образовались. И других странах. Кроме «Школы внетелесных путешествий вне тела», Михаил Радуга — автор целого ряда других книг. «Контакт с умершими», «MindNet», «Астральная терапия», серия из 5 книг для телепередачи «Необъяснимо, но факт» российского канала ТНТ.
Итак, в качестве единственного на постсоветском пространстве, единственного, да, профессионального исследователя внетелесного феномена, также известного как осознанное сновидение или астрал, Михаил Радуга является частым героем различных статей, теле- и радиопередач. Одной из главных целей Радуги в жизни является не только пропаганда явлений в массы, но и избавление его от исторически сложившегося несправедливого оккультного ореола. И в 2007 году Михаил Радуга основал школу внетелесных путешествий, семинары, лекции и занятия, которые проходят по всему миру. В рамках данной структуры происходит не только обучение, но и изучение феномена. Ну, конечно же, я заглянула в матрицу. Я в такие моменты сразу же не только на свою интуицию полагаюсь, но и на научную схему, систему, вот, которая уже своей работой подтвердила мне многие вещи, я на нее полагаюсь. То есть я уже авторитетно могу на нее положиться. Так вот, смотрите, Михаил Радуга родился 1 июля. О чем это говорит? Единички — это маги. То есть это такая энергия, когда человек чувствует в себе силу первооткрывателя, чувствует в себе лидерство, маг, что я все могу, и он набирает все инструменты, и благодаря этим инструментам в жизни делает открытие. То есть это человек, единичка, первый, он не может быть на второй позиции, для него важно первенство какого-то научного открытия. К слову, например, матрицу тоже открыла женщина, у которой первое число рождения, 1 мая, а тут 1 июля, семерка. Семерка — это цель, это колесница, это человек, которого вдохновляет лидерство, ведение за собой, организация вокруг себя команды какой-то. То есть, скажем так, астрологически, кармически этот человек был призван быть лидером и вести за собой. А вот куда этот лидер за собой поведет, говорят уже его зоны таланта и кармический хвост. Потому что, как вы понимаете, мы находимся на распутье. Человека либо его демоны ведут, либо его ангелы ведут. Так вот, таланты — это ангелы, это наработки, какие-то таланты прошлых воплощений, таланты рода, переданные человеку. А кармические — это какие-то непроработанные истории, когда человек не справился с задачами. И так вот, мы находимся между двух огней. И, соответственно, наша сфера деятельности может отклоняться в сторону ангелов, талантов наших, и в сторону демонов, наших кармических, скажем так, задач. Михаил Радуга что сделал? У него, как я до этого прочитала, да, кто еще, может быть, вот, находясь сейчас, не слышал эту информацию, в 15 лет у него были он вылетел из тела. Смотрите, сразу же смотрю на матрицу. У него в зоне таланта находится 18-й аркан. Что это значит? Это люди, которым открыто внематериальный опыт. Это яснознание, какие-то сны, знаки. То есть это люди, 18-й аркан — это Луна, это все эзотерическое, это все мистическое, все, что связано с образами, с какими-то ощущениями, страхами. Потому что когда тебе что-то кажется, тебя это пугает. Да, но это настолько явно тебе кажется, это как в лесу, например, когда вы ночью остаетесь, вам начинает казаться, что на вас смотрит волк, например, и вы принимаете это за истину. Так вот, опасность 18-го аркана — верить и не проверять на истину то, что тебе кажется. Это опасность, потому что такой человек очень открыт к таким опытам. И все, что ему приходит, он воспринимает как истину в последней инстанции. Но какой есть подводный камень? У Михаила Радуги в кармическом хвосте 15-й аркан. А это говорит, что человек в прошлой жизни был связан с темной энергией, с манипуляцией. То есть такой человек должен сначала стать святым, по идее, для того, чтобы доверять своему таланту. Если же человек не разобрался с манипуляциями прошлых воплощений и продолжает оказываться в череде событий, где им манипулируют, либо он сам манипулирует, то все его знания будут нечистые. То есть вы понимаете, что такой человек начинает видеть, например, каких-то демонов, потому что он в корне своем нечист. Ну, грубо говоря, у человека белая горячка, ему кажутся какие-то белочки, а он считает, что это божественная энергия на него спустилась и начинает вещать, что это правда, что нужно на это полагаться, что нужно этому верить. Представляете, насколько дискредитирующая информация?
Так вот, ну, а человек с первым арканом, он лидер, он говорит, я прав. Плюс у Михаила Радуги в характере четвертый аркан, это император, это мужская энергия, это сила его. То есть такой человек действительно лидер. То есть он внутренне чувствует в себе силу, он чувствует определенные, скажем так, ножки, на которые он может встать и не упасть. То есть у него есть в этом сила. Но о чем говорит кармический хвост? И я еще раз говорю, что прежде чем слушать человека, нужно посмотреть, как он справился со своей кармической задачей. Так вот, Михаил Радуга в своей кармической задаче, у него какие арканы? 15, 8, 11. О чем это говорит? Что человек, может быть, ни одно воплощение нарушал иерархию. 11 аркан — это закон. Он нарушал закон и порядок, закон причинно-следственных связей, благодаря восьмерке, своей силе. Сила инстинктов, возможно, это рукоприкладство. Возможно, если есть 15-й аркан, это оккультные знания как раз-таки. Оккультные знания. То есть человек понимал, что он пользуется сейчас энергией, да, вот как цыгане, они обманывают людей, они запугивают людей, снимают с них там золото. То есть такой человек нарушал основные законы. Справедливости по 11-му аркану, 8-й аркан силы, закон силы. То есть где-то он руководствовался тем, что у него более высокое положение, то, что он владеет силой, и он сотворял по 15-му аркану неблаговидные поступки. То есть такой человек был лидером, имея определенные знания, определенное положение, определенную силу. Так вот, что продолжает Михаил Радуга делать? Он продолжает... Возможно, например, обманывать людей, да? То есть, когда человек сам не разобрался с этой силой, слушать его опасно. Что делает этот человек? Он своим опытом самостоятельно трепанирует себе череп, чуть не умирает, оказываясь на грани жизни и смерти, и вживает себе туда чип. То есть человек все-таки ставят себя выше Бога, я так вам скажу. Январские люди и люди первого числа, они склонны себя мнить богами. Почему я так сильно в этом уверена? Да, вот казалось бы, а вдруг он прав? Но дело в том, что когда в матрице человеку очень много негативных арканов, таких как 15-й аркан, 16-й аркан, 13-й аркан, слушать такого человека крайне опасно. Кроме того, почему крайне опасно слушать такого человека? Потому что по первому предназначению в корневых чакрах по земле у него 22-й аркан. Это шут-дурак, это энергия духа, это энергия первооткрывателя, это энергия свободного человека-юмориста. И вот сейчас представьте, что вот такой юморист начинает вещать с позиции лидера. Плюс у него по небу 18-й аркан — это страхи. Это страхи, это сновидения. Но мы помним, что у него в таланте, у Михаила Радуга в таланте это, но смотрите, какая интересная штука. Он хочет к этому иррациональному найти материальный подход. То есть духовное поставить на службу материальному. Понимаете, что человек хочет сделать? Человек хочет очень крамольную вещь сделать. Если у нас будет такой доступ у всех людей, то это обернется большой катастрофой. То есть научное открытие такого человека опасно, как ядерная бомба. Нельзя. То есть только очень проработанный человек может иметь доступ к иррациональному, который справился со своими страхами, справился со своими искушениями и с властью. Потому что человек по 15-му аркану, который не справился с желанием властвовать, может такое набедокурить своей властью, опять же, своей манипуляцией и повести людей в такие дебри. Понимаете, какая чистота должна быть у этого человека? Чистота намерения и чистота открытия. Вот. И получается, что у него очень много духовных энергий. То есть он действительно очень связан с тонким планом. Но я еще вам скажу, что у него предназначение 12-го аркана — это жертва, это креатив, это творчество. И такой человек действительно может подвергать себя некому испытанию, да, жертвовать собой во имя чего-то, во имя чего-то. Но я вам еще говорю, что это должна быть настолько чистота у этого человека, уровень чистоты, чтобы быть внутри неискушенным, пройти через эти искушения. Но я говорю еще раз,
что у него очень много 15-го аркана, например, на Анахате, у него 15-й аркан. То есть этот человек может действительно хотеть манипулировать другими. А, судя по всему, он хочет манипулировать, потому что это большая огласка, это много книг, и это такое открытие, которое нацелено не на узкую аудиторию, а на массы. Понимаете, на массы. Но если бы Михаил Радуга понимал, какую ответственность он возлагает на себя, и знал бы законы вселенной иерархии, что у нас на Земле очень маленький процент духовенства, да, скажем так, браманов, и он сейчас эту информацию дает людям, которые первой, второй, третьей касты, которые хотят власти, которые хотят секса и которые хотят силы. То есть такую информацию нельзя давать масштабно. Но у него нету ни одного девятого аркана. Хотя нет, у него на сердце есть девятый аркан, один девятый аркан. Но этого мало для того, чтобы этот человек стал лидером для очень закрытого сообщества. То есть все-таки этот человек нацелен на массы, понимаете, да, на массы своим 21-м арканом и 22-м. 21-й у него по Муладхаре. Вот, но смотрите, какая история интересная. 21-й аркан у него находится лишь на прошлых воплощениях. В прошлой жизни этот человек влиял на большие массы людей, скорее всего. У него стоит... Есть такая зона в матрице, которая говорит, как вы зарабатывали в прошлой жизни. Так в прошлой жизни этот человек имел, можно рассекретить этот код, имел 7, 10, 21 аркан. То есть по 21 аркану это огромное влияние на мир, десятка влияние на судьбы, семерка это имение какое-то положение, то есть это, возможно, был какой-то лидер. Но по кармическому хвосту этот человек наносил боль. 15, 8, 11 своей силой, своей властью, он делал недобро. То есть такой человек делал недобро. Возможно, в этой жизни он хочет изменить. Ну, то есть каждый человек, приходя по матрице своей, да, у него так или иначе стоит закон определенный, чтобы он исправил эту задачу. Почему называется матрица судьбы? Потому что мы попадаем в некий код, который нас обуславливает. Поэтому называется матрица, мы не можем из нее выйти. То есть мы уже сюда пришли, имея какую-то причину. Не просто так, не просто так, обнуленные, чистая энергия божественная. Нет, мы уже давно воплощаемся на Земле, и если у нас есть логика и дедукция, мы можем понять, что мы много чего уже сотворили, много чего сотворили наши предки, и все это имеет вес. И мы приходим в этот мир через определенный портал, через наш род. На нас влияет образование, обучение и опыт наших предков. И мы сюда так или иначе приходим в этой матрице. Так вот, этот человек действительно имел власть, действительно он много знаний почерпнул, но я говорю еще раз, вот этим своим опытом лидерства, первооткрывательства, он лезет на очень опасную территорию интуиции, духовности. Вот, потому что человек с таким кармическим хвостом должен разобраться сначала с силой, которую он имеет, которую имеет каждый человек. И он прежде всего должен оперировать этой силой, потому что человек, который не владеет своей силой, может ай-яй-яй как попасть, как под чужое влияние, так и под собственное эго. Понимаете? Он должен разобраться в причинах и следствиях по 11-му аркану и понимать, для чего он это делает. Так вот, Михаил Радуга собрался открыть доступ всем к 18-му аркану. Что это может повлечь за собой? 18-й аркан — это аркан сумасшедшего. То есть люди, у которых открыт 18-й канал, часто сходят с ума. Они либо занимаются творчеством и проводят сюда определенные знания, ну, которые, кстати, могут быть несоразмерны росту общества нашего. Да? Просто ну, мы не потянем, потому что, я говорю, наш физический план не дотягивает до духовного. Еще раз, надо понять причины и следствия, разобраться со своей физикой, со своими инстинктами для того, чтобы лезть на запредельное. Вот, но Михаил Радуга решил, смотрите, что он решил. Мозговой имплантат для осознанных снов был протестирован на нем, собственно, потому что он тут по плюсу, он не хотел подвергать осуждению и закону другого человека. Он сам стал вот этим вот экспонатом. То есть впервые в истории, впервые провели прямую электрическую
стимуляцию моторной коры мозга в БДГ, сне, осознанных снах, в сонном параличе. Кроме того, вам хочу сказать такое, что не все люди имеют доступ к осознанным сновидениям. Не все. Просто уровень сознания человека, который имеет доступ, очень высок. И этот процент от всего населения Земли очень мал. То есть я говорю, действительно, можно, если человек с первой или второй, третьей касты зайдет на эту территорию, он просто кукухой пойдет, ну, полетит. То есть это вышиб из, это вышиб из эволюции. То есть такого человека просто как мошку, как бложку вот таким вот щелчком по носу выщелкнут, потому что он зайдет не на ту территорию, он еще не готов к ней. Поэтому это опасно. Так вот, он решил, результаты открывают фантастические перспективы для будущих технологий управления снами. То есть такой человек с первым арканом все-таки хочет управлять. Понимаете, он все еще одержим вот этой идеей, что он бог, маг. Он хочет все-таки посягнуть на территорию бога. Чем опасны мы, люди? Тем, что мы не успокаиваемся, мы хотим быть богами, да? А если бы мы приняли, что в нас есть божественное, это не мы, мы проводники, то, возможно, все бы разрядилось, и эта обстановка стала бы более спокойной. Но человек с огромным эго мнит в себе бога. Понимаете, как это опасно? Это крайне опасно. Такой человек просто может разрушить, может увечить людей других, целые поколения. Так вот, цена прорыва. В нашем случае столь фундаментальное исследование можно было провести только вопреки всему и совершая ошибки. То есть он говорит, что вопреки всему и совершая ошибка. Чтобы избежать многолетней бюрократии или тюрьмы, имплантат вживляли мне. То есть он пишет мне. Две нейрохирургии. Я несколько раз был на грани смерти. Человек говорит о том, что он был на грани смерти. И об этом говорит что? У него второе предназначение от 40 до 60 лет – это как раз-таки разобраться со смертью, не бояться, отпускать. 13-й аркан, вот, по мужской энергии как раз-таки идет. Но также остается по-женски шут. И все вместе – это обрести силу. Обрести силу. То есть, в целом, он своими поступками, вот этими дурными по 22-му аркану, которые на грани смерти, он демонстрирует что? Силу. То есть, его воспринимают как сильного человека. Понимаете, люди такие читают и говорят, вот это силище у человека, вот это мощный, вот это маг, вот это я за ним пойду, вот это лидер, да, но он должен по общему предназначению, по 12-му аркану, что он все-таки за добро, это как жертва, то есть, понимаете, определенные люди несли жертву для того, чтобы помочь другим, да, как вот какой-то человек принимал смерть чтобы, для того, чтобы вот другим стало хорошо. Вот, но не забываем, что это открытие технологическое, научное. Итак, я несколько был на грани смерти, 5 недель на сильных антибиотиках, полгода рабочего времени, миллионы затрат и потерь, формальная инвалидность и последствия на всю жизнь. То есть человек все-таки по 12-му аркану принял роль жертвы. Он пострадал во имя чего-то, да, во имя открытия, по первому аркану, во имя открытия. Но все это, на все это я шел осознанно, и потому счастлив. Он счастлив. Ну, то есть, грубо говоря, это опыт человека. Он как бы вот этой своей жизни прорабатывает уроки для себя. Для себя. Опасность в том, что он начинает это советовать другим. И здесь опасность. Он становится манипулятором. Манипулятором, прорабатывая свои программы, он начинает вещать из рупора для того, чтобы все остальные делали так, как он. В этом опасность. Так вот, на все это я шел осознанно, так что ждите новостей. А подробнее об эксперименте и препринт научной статьи о нем в определенном источнике. То есть, смотрите, все-таки такой человек не разобрался с 15-м арканом, он все еще жаждет быть вот этим дьяволом, управлять божественным энергией духа, и лезет он на духовное, потому что 18-й аркан у него в таланте, он связан с тонким планом, и он хочет, чтобы все люди наконец-таки имели доступ к тонкому плану. Но не забывайте законы, почему закрыто для нас это, почему многие люди, обладающими, как Мессинг и другие, доступы в эти миры, очень аккуратно говорили об этом, очень аккуратно преподносили это и очень завуалированно рассказывали об этом. Потому что действительно граната в руках обезьяны может стать катастрофой
для всего человечества. Понимаете? Это очень опасная территория, очень опасная. Кроме того, у него в таланте справедливость, он понимает причинно-следственные связи, но семерка и единичка все-таки заряжают его эго на то, чтобы обрести силу. Все-таки он это делает не ради человечества, я так думаю, а ради обретения определенной силы. Вот, потому что я еще раз говорю, человек, который понимает, как это может аукнуться в неокрепших умах, попросту бы не стал этого делать. Но у него 22-й аркан на зоне финансов и отношений. Такой человек действительно дурачок. Он прям реально может отчебучивать дурацкие вещи, поступки. Вот. И его тянет семерка. Семерка, потому что семерка говорит, давай дальше, давай дальше, давай дальше. Это как лифт, который постоянно будет подниматься, пока не упрется в самый последний этаж. Вот, плюс, я говорю, это лидер, 4-й аркан на характере, это лидер, это император. Но кармический хвост меня пугает, и непроработанность, скорее всего, кармического хвоста. Вот, я не думаю, что человечеству нужно знать об этом в его массе. Потому что мы видим, к чему привела пандемия, к тому, что очень много людей умерло. Да, погибла от этого вируса, к тому, что сознание было не готово. И я еще раз говорю, нужно сначала подтягивать физику для того, чтобы справиться с этой духовной энергией. Поэтому тантра не для всех. Она просто может человека вынести на такой энергетический уровень, что человек просто не справится с этой энергией и начнет разрушать сам себя. То есть всему свое время очень важно понимать, к чему мы идем. Кроме того, по родовым каналам в минусе это 12, 5, 20, 13, 18, 5 арканы. Вот. В таланте у такого человека действительно десятка, это влияние на судьбы людей. 18 аркан это как раз-таки доступ к рациональному. 16 аркан это умение влиять на судьбы людей, трансформировать. 6 это привлекать к себе много людей. И 8 много силы. Но опять же, видите, какие классные таланты. Человек действительно яркий, привлекающий к себе, но с какой целью он это делает, это уже другой момент. Поэтому я не стала бы воспринимать его как лидера. Тем более внедрять в тело искусственный объект. Вот тут человек заходит уже на территорию вне божественного. Вне божественного. Он уже совмещает искусственную манипуляцию. Да? Это же чип, который не ты сам управляешь этим импульсом, а чип управляет. То есть некая сила, внедренная в твое тело, да? Которая уже не зависит от тебя, просто стимулирует твой мозг искусственно. То есть ты уже сам устал это делать, ты говоришь, дайте мне чип, который будет продолжать это делать вместо меня. Вот, я полностью с этим не согласна, и это жертва. Ну, молодец, он по 12-му аркану превратился в жертву в этого научного исследователя эзотерического, то есть все по арканам, но по минусовым. К сожалению, по минусовым. Вот, поэтому... Да, молодец, продолжает двигаться по семерке, да, молодец, продолжает быть лидером по единичке, да, молодец, раскрывает свой характер четверки, но насколько это уместно для... То есть посмотри с другой точки, не со стороны своей, не со стороны одного человека, и даже не с группы, а посмотри в масштабах всей Вселенной. Поднимись наверх, посмотри, что ты сделаешь в целом. Вот, поэтому... Я подвергаю сомнению это открытие, но то, что он выжил, это ему знак, это ему знак. Может быть, все-таки он поймет, что жизнь ценна, и не надо рисковать своей жизнью ради каких-то аплодисментов, да? Не надо рисковать своей жизнью ради популяризации себя, ради первенства среди социума. Все-таки это жизнь. И она тебе дана свыше, а ты играешь, заигрываешь с ней. Ты можешь когда-то поступиться и попасть в капкан своего ложного эго. В общем, все, что я хотела сказать, я выразила. Пишите свои комментарии, может быть, у вас есть иное, оппонентное мнение на эту тему. Рада буду повзаимодействовать, послушать. И дойти-таки до какого-то одного ответа,
понять, до понимания, например, дойти. Все, благодарю, что были со мной на связи.